Selam aleyküm. Efirde 3 Filcan Kahve tele yayını ve onun alt barıcısı Şevket Mustafaev. Bugünkü sohbetimiz halkımızın ulu oğlan ve kızlarına bağışlanıyor. Adamlarda öyle bir içlerine soraşu var. O her vakit hıbırdamaya istey, tezleştirmeye istey, bir şey yapmaya istey, hareketli. Onu adamlara sportçı deyler. Bugünkü sohbetimizde halkımızın en meşhur, en görümlü, en bilgili sportçılarından bizim misafirlerimiz. Bugün misafirimizde заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион 1972 года Рустем Казаков. Aber hoffen wir, dass der Bessere, der ein und zwei Bessere gewinnen mag. Und jetzt hat der Russe Pfeil mit einem eleganten Griff aufs Kreuz gelegt. Das ist natürlich überraschend, nachdem vorher Pfeil den Russen in der ähnlichen Situation hatte und kein Schultersieg gegeben worden war. Aber nehmen wir das Ergebnis, wie es ist. Kasakow, ein Mann, der zweimal Weltmeister werden konnte, das muss auch ein Mann der Spitzenklasse sein. Der Sieg von ihm ist schon verdient. Hans-Jürgen Veit darf sich trotzdem freuen. Er ist über sich hinausgewachsen. Er hat aus seinem an sich günstigen Los das Beste herausgeholt. Und an seinem Sieg, an der Berechtigung seines Sieges gibt es nichts zu zweifeln. Trotzdem ein Erfolg für ihn und für den Deutschen Ringerbund. Diese Silbermedaille, die man an sich von Wilfried Dietrich erwartet und erhofft hatte, aber er hat ja leider zurückgezogen aus dem Turnier. Und damit geben wir jetzt zurück ins Studio. Hoş geldin. Hoş geldiniz. У крымских татар женщины стали наравне с мужчинами. И наша сила в том, что они, объединившись, строили свое будущее. Сегодня в гостях одна из таких женщин. Мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка СССР, победительница Кубка Европы по хоккею на траве Фериде Билялова. В мире очень много различных фактов, которые удивляют человека. Один из фактов – огромная страна Индия, миллиард населения и ни одного олимпийского чемпиона. Маленький крымско-татарский народ – который с тяжелейшей судьбой возвращается на родину. И среди них есть олимпийский чемпион, гордость этого народа. Рустем, как вы думаете, количество населения, вот ваш пример показывает, это не главное для спортсмена, а что главное, чтобы добиться успехов? Главное, что любить надо этот вид спорта, и настолько любить, что ты должен жить этим делом для того, чтобы добиться чего-то. И, наверное, это от родителей. Мама у меня была такая крепкая и тоже спортивная была. Я вспоминаю, мне рассказывали о том, что она здорово стреляла из ружья. Понимаете, казалось, женщина так стреляла метко, что могла спокойненько восьмерку попасть, семерку попасть. Это такая спортивная она была. Никогда мне не запрещала играть и футбол, и этот, все виды спорта, и боксом я занимался, и легкой атлетикой даже. И такая она любительница была. Я вспоминаю в детстве, чтобы я не убегал далеко куда-то, а то бывало с утра уйдешь, а вечером приходил, чтобы куда-то не убежал. Помните, мы играли в лянгу? И вот она пошла, сама сделала лянгу, лишь бы я, говорит, никуда не убежал далеко. И сделала мне, на, говорит, вот я тебе лянгу сделал. Казалось,
Тогда обычно запрещали. Родители ругали за это. Да, ругали за это, а она наоборот. Но чувствовала, что она видела во мне, что я очень подвижный, быстрый, такой ловкий. И чтобы какое-нибудь ЧП не случилось, поближе с дому сделала мне вот такую игру в лянгу. И радовалась, что я рядом там играл в эту лянгу. И отец у меня был такой крепкий, такой серьезный был. На работе его ценили, всегда грамоты были. Я вспоминаю, полный чемодан у него грамот. Для того, чтобы так хорошо работать, надо физическую силу иметь. И вот благодаря своим родителям я вот вырос, они вложили меня материнским молоком. И вот благодаря своим родителям я достиг больших результатов. То есть, в первую очередь, это физические данные. Да, да? Физические они данные. Они должны быть переданы от родителей. Да, должно что-то быть талантливое. Допустим. А потом вокруг него можно строить там свою дальнейшую жизнь. И мышление, и физическая сила, и чувство в борьбе должно быть. И вот они вложили меня, и я пошел дальше. Машалла, машалла. Ферида ханум, мы знаем, что женщины у крымских татар обычно занимают такую тыловую сторону жизни. Они более заботятся о семье, о детях, и это нормально. Но самый удивительный второй факт. В игровых видах спорта среди крымских татар наиболее сильных результатов, высоких, достигли женщины. Да. Это странно. Вот расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли в этот вид спорта? Откуда вы? Потому что я думаю, что хоккей на траве – спорт, который прославил Узбекистан и многих наших крымско-татарских девочек. Многим в Крыму и сегодня молодежи, в общем-то, не очень знаком. Поэтому хотелось бы самых основ. Я в Узбекистане, в поселке Палвантаж, маленький такой поселочек, наверное, многие знают этот поселок, знаменитый. Да, да. И вот начала я там в 78-м году у Мустафа Исмаил Умерыча. Это тренер? Это мой первый тренер. Да, Мустафа Исмаил Умерыч – это да, заслуженный тренер Таджикистана. К сожалению, сегодня его нет среди нас. Алрамет Элесен. И вот, и он собрал нас, татарочек, девочек всех. И вот на ровном месте сформировал команду, как говорится. Ну, скажите, а в эту игру труднее играть, чем другие игры? Тем баскетбол, волейбол обычно девочки играли. А тут вдруг девочки появились с палками, которые называются клюшки, и бегают по полю за мячом. Игра очень интересная. Это надо попробовать. Скажите, а какая команда у вас была? Как она называлась? Команда «Нефчи». Команда называлась «Нефчи» в поселке Палвантаж. Да. А затем уже вы повысили свой класс и перешли. В городе Андижане была эта команда высшей лиги «Андижанка». Да, наверное, все помнят. Да. «Андижанка» – одна из первых команд Советского Союза, четырехкратный чемпион СССР. Да. И вот нас заметили, видимо, и нас начали оттуда в высшую лигу привлекать. Угу. И вот мы так то есть талантливые девочки переходили талантливые девочки в забирали в Андижанку, уже в высшую лигу. И так и мы попали в Андижанку. И а до какого года вы играли в Андижанке? Пока этот... До переезда, да, в Крым? Ну, пока этот СССР не развалил. А, пока до развала СССР. Да, да. А потом? До 91-го года. Угу. Вот. А потом переехали? А потом мы переехали сюда, в Крым. Крым, да. В Крыму продолжили играть? В Крыму мы продолжили. У нас тренер был Джафер Нверович. Он нас здесь всех собрал, создал команду. Мы тренировались. Мы начали ездить на чемпионат Украины. И выезжали за границу. Ну, и достигли тоже определенных результатов. Достигли, да, успехов. Стать двукратным чемпионом Советского Союза, это очень почетно. Конечно, в Советском Союзе конкуренция была. В то время столько команд, конкуренция огромная. Ну, это молодцы. Это для наших девочек это было. Я слышал там в Узбекистане, что чемпионы
из нуля, этот тренер из нуля взял девочек, нашел там в Андижане, там в Палаванташе, и вот собрать команду и выиграть весь, и вот считай, Андижаном они выиграли чемпионат СССР. Это очень почетно. Большое. Поэтому молодцы. В Европе молодцы. Мы были вторыми. Вот, Европе, приезжали да, на Кубок Европы играли. Кубок Европы играли, да, в 87-м году. То есть результаты впечатляющие, конечно. Конечно. Это... Поэтому, я думаю, нашему народу есть чем гордиться. Тот период наши девочки ведь прославляли не только те команды, в которых они играли, они прославляли свой народ. Они были крымскими татарками, которые защищают честь и команды, и своей нации. Да. Ну, я еще что хочу сказать. И вот, допустим, они чемпионами Советского Союза стали. Им, во-первых, квартиры давали. Это уже немаловажно. Люди по 10 лет, 15 лет не могли. И за хорошие результаты им. И, во-первых, на сборы они ездили. Они повидали весь Советский Союз, они на международных соревнованиях участвовали. Понимаете, это престиж огромный. Конечно. Занимаясь, они увидели мир. А вы как думаете, вот почему так получилось, что наши девочки в игровых видах достигли больших результатов, чем наши мужчины? У нас ведь в игровых видах ярких, запоминающихся личностей почти нет. Мы помним только несколько фамилий, которые играли в Пахтакоре, футбол когда был. А больше, ну и последний этот Джепаров, который играет за сборную Узбекистана. Вы имеете в виду среди крымских татар? Да, да, конечно. Вы вот знаете, почему это так случилось? Мне так кажется, что у нас вид спорта больше к борьбе. Понимаете? То есть это национальная черта, да, психология? Национальная черта. Я вспоминаю все эти вот историю. Всю жизнь мы воевали. То туда, ну, у нас... Все время война. Война, война. И где-то 200 лет мы воевали. Что там говорить? То есть мы теряли мужчин? Ну, терять это само. Ну, и все время воевали. Так уж жизнь сложилась, что война и война. И, видать, может быть, черта такая, характер такой, чтобы постоять, допустим, за свою страну, как это... 100 лет тому назад, за свое, они постоянно воевали. И я вам скажу, ценили очень в те времена еще, в далекие времена. Они ценили, допустим, борьбу. У нас развит был Куреш очень. Такие полваны были, где в основном борьба и борьба. Не было такого, чтобы какие-то игровой вид спорта был или еще. Все время боролись. А культивировалось индивидуальный вид спорта, да? Да, поэтому... Я так думаю. А может быть... А вот сейчас, когда культивироваться стали, допустим, хоккей на траве, у нас есть способные девочки, которые могут хорошо играть, завоевывать медали. Это, допустим, на Украине они играли, прекрасно играли. Они были чемпионками Украины, понимаете? Всей Украины. Это не так было легко. Конечно. Понимаешь? А кто приехал? Опять же, с Палаванташа. Да, те же девочки, которые в Узбекистане начинали. Из поселка приехали, да. И чемпионами Украины стали. Вот интересный факт. В 1978 году в Палаванташе, это маленький рабочий поселок, населением 6,5 тысяч, организовали спортивную команду, которая выступала в первой лиге чемпионата СССР. Да. И в этой команде в основном все были крымско-татарские девочки. Это будущая основа тех вот результатов, которые потом добилась Андижанка, приезд на Украину этих девочек. Да, да, да. И это показывает, что наши девочки ни в чем, а во многом даже превосходят очень многие, может быть, некоторые мужские черты тоже. Особенно в командных действиях. Они... У них не было вот этого воспитания индивидуальной борьбы. И они очень легко приняли командные правила игры. Да. И добивались результатов. Ну, сейчас у них разбавилось, наверное, и сейчас и все нации, да, там, ну, разные сейчас, нации. Конечно, да? Да. Там есть и русские, и украинцы. Да. Команды сегодня многонациональные, да, конечно. Ну, а вот когда только вернулись крымские татары в Крым, я знаю, что команда приехала из Палаванташа, и вот они... Выиграли чемпионат Украины. Украины, да. А сейчас была команда Арзу,
Вот да. Начинался Арзу команда, потом Кузенбаш, да? Вот этот называл. Название, да, было? Да, название команды. Ну да, вот, да. И тихо-тихо, сейчас уже, я думаю, что эти девочки сейчас будут играть на чемпионате России. Я думаю, они достойно выступят, да, на чемпионате России, конечно. И выступят довольно, наверное, хорошо. Для Крыма будет очень удачно. Конечно, я думаю, и в сборную попадут кадры. России. Конечно. Это немаловажно. Так, ну вот мы обсудили некоторые моменты. Ну, раз я вас пригласил на кофе, давайте выпьем по чашечке кофе. Бюрмес. Давайте. Вот мы говорим о спорте, о заслугах. Мы видим, что крымские татары, как вы правильно подметили, Рустам-ага, очень индивидуальны, очень сильны. То есть индивидуальные виды спорта – это бокс, это борьба, это тэквондо, ну и различные его вариации. Они позволяют нашим юношам добиваться очень больших результатов, таких значимых. Мы увидим сегодня, вот я специально взял сегодня последние результаты, которые были, где были названы лучшие борцы Крыма 2016 года. И вот в этих списках очень большое количество ребят крымских татар по всем школам. Самара, сегодня в Крыму сильно развилась классическая борьба. Греко-римская. Греко-римская, так называемая. Тогда, да. В советское время, да, была, она называлась классическая. Да. Скажите, вот какие районы сегодня более можно выделить, в которых готовятся хорошие ребята? Ну, я вам скажу, ну, это уже традиционно, все уже знают, это в Судаке. Есть такая школа Салиевых, братьев Салиевых, которые три брата работают тренерами. Они воспитали и чемпионов Украины в то время, и я вам скажу, и даже попал, мы знаем, попал на Олимпийские игры, да, мальчик Ленур Тимиров, понимаете? Да. И это заслуга Салиева и Смета, который подготовил его и отправил на Олимпийские игры. Это уже большая победа. Попасть на уже Олимпийские работа игры, в Крыму, да? Да, попасть на Олимпийские игры. Понимаешь, с детства я с малых лет взял. И правда, не все могут выиграть Олимпийские игры. Там много всяких факторов. Это, вы знаете, надо справиться в первую очередь для того, чтобы выиграть Олимпийские. В первую очередь надо справиться со своими нервами. Понимаете, человек волнуется очень, переживает, как-никак Олимпийские игры. Да, понимаете? И вот эта вот атмосфера давит она. И я знаю, что есть пятикратные чемпионы мира, пятикратные, и не могли выиграть Олимпийские игры. Два раза выступали на Олимпийских играх он, такой, как Игуменов. Он пятикратный чемпион мира. И не получилось на Олимпийских. Вот какая-то атмосфера там сложная, тяжелая. И не каждый может выиграть. И таких у нас борцов много, которые могли пять раз выиграть чемпионат Советского Союза, а ездили на Олимпийских играх. И не могли. И не могли выиграть Олимпийские игры. Хотя они очень сильные были. И вот эта атмосфера чуть-чуть давит. И поэтому не каждый может справиться со своими нервами. И где-то делает какие-то оплошности. Ленур тоже, к сожалению. Да, и вот Ленур, видать, я так думаю, хотя он подготовлен был неплохо, но вот не справился со своими нервами. Будем надеяться, что у него все это впереди, да. И я удастся. Думаю, да, еще впереди, я думаю, он тренируется. А еще какие районы у нас в Крыму более такие, где результаты показывают? Симферополь у нас есть, да. Тренеры. Есть такое... Бахтияр Амеров есть хороший, тренер неплохой, который подготовил Рустема, тоже неплохой, он чемпион, он был призером Украины, тоже неплохой мальчик. Сейчас мы все перешли
перешли же это в Россию, и хотелось бы, чтобы наши ребята уже могли показать на чемпионат России. Несколько раз ездили уже, 2 года подряд поехали, и, можно сказать, по-взрослому, и результата никаких. Ну, там все-таки российская сборная довольно очень сильная, тоже ребята. И это и чеченцы, и дагестанцы, и там и Сибирь, неплохие ребята. То есть в России намного тоже сильнее борцы, да? Да, не намного, но сильнее, можно сказать. Угу. И поэтому сейчас вот мы адаптируемся 2-3 года. Я надеюсь, что наши ребята тоже будут достойно выступать на чемпионате России. Угу. Так что вот Симферополь хорошие, Судаке, Валуште довольно хорошие условия. Там 6 ковров. У нас президент там и имеет прекрасную гостиницу президент. Это Джамал Владимирович, который сделал прекрасную гостиницу, прекрасные залы там борцовские, 6 ковров, очень хорошие, да? Прекрасные условия, и вот в Алуште тоже очень сильно развивается. Да. Готовится и готовится. Да, тут готовится и готовится. Ну, успех. Так что мы сейчас такая программа хотим по всем поселкам находить помещение, и вот Руслан Исмаилович Балбек, мы с ним уже программу такую составили, чтобы в каждом поселке был маленький. А для борцов же много не надо. Ковер постелил, маленькое помещение, где-то 20 квадратов. Ну, да, и полное детей будет там, в этом зале. Да. Поэтому будем надеяться, надеемся на то, что условия будут созданы, и дети будут готовиться хорошо. Фердоханом, вот сейчас у нас в обществе пропагандируют такие взгляды, что девочки должны сидеть дома, что они должны заниматься только семьей, им не обязательно участвовать в каких-то мероприятиях. То есть пытаются женщин отодвинуть на второй план. Как вы считаете, это правильно, и исходя из вашего личного опыта? Да нет, это, конечно, неправильно. В наше время, кажется, столько возможностей у девочек вот именно заниматься именно спортом, вот кружками разные, различные. И я думаю, то, что интернет интернетом, но девочки должны сами как-то стремиться, чтобы вот и не сидеть, а вот заниматься чем-то. Ну да, спортом. Наши девочки, это же наши будущие матери. Конечно. Они должны быть здоровые, здоровые в первую очередь, чтобы могли спокойно быть матерью, воспитать детей. Для этого спорт и существует, чтобы развивать внутреннюю силу, физические данные. Поэтому я думаю, что наш народ должен и мальчиков, и девочек активнее привлекать к спортивной секции. Конечно, да? Конечно. И вот у нас, я живу на Фонтанах, так. И открылась там, в этом году вот откроется школа 44-я. Я ходила там, смотрела, прекрасная школа, прекрасные возможности, площадки, вот это вот стадион, вот это вот искусственное покрытие. Все условия готовы. Вот бұл мәселеден сайғылы телесеерділер, мен сізе ұнайтмақ істейім. Фонтаныды 4-ші мектеп азыр. Құрылжылар ішлеріні бітірді. Енді біздің сізден елімізде о мектебі долдырмақ. О мектебі неден долдырсақ, о мектеп өле олажақ. Милетіміз үшенмейіп, еллеріне кәйіт алып барып, аризалар яссалар, о мектеп милли мектеп олажақ. Йоқ, настан олса олсын десек, о мектеп адди бір орта қырым мектеп олып қалмақ мүлкін. Оншыз, еп күзден пек яларық, үшенмеңіз. Халқымызың гележегі Фонтаны микрорайонынар олсын, Ахметче, Чейстинкая, бұ мектебің үстінде. Өле гүзел мектеп Қырымда бірінші. Оның үшін оны елімізден біз шүрмейік де,
керек гибі ішлетейік. В связи с этим, Рустам аға, вот сегодня очень много вопросов встает о том, чтобы различные виды спорта культивировать в школе как предмет. Как вы смотрите на эту проблему? Есть ли такая необходимость? Потому что видов спортов много, а в школе времени мало. Или больше нужно заниматься кружковой деятельностью? Вы знаете, я думаю, что хуже не будет, если, допустим, будет урок борьбы там. Я думаю, это хуже. Ну, сегодня или... и мальчики, и девочки борются. Да, я говорю, ничего здесь такого. Сейчас и по вольной борьбе есть среди девочек. И есть этот вид спорта по вольной борьбе среди девочек. И на Олимпиадах выступают они. И у нас есть и чемпионки мира по вольной борьбе. В России, я имею в виду. У нас пока... И вот сейчас есть... И среди девочек у нас в Крыму есть призеры Европы, третий призер Европы. Он, поэтому ничего здесь такого нет, если будет, допустим, борьба, урок борьбы, допустим. Введен как предмет, да? Да, да, как предмет. Или дзюдо, или там, там, или бокс там. Я думаю, что кто что выберет, допустим, кто-то пошел... То есть каждая школа может выбрать свой кто-то пошел предмет, на волейбол, да? Кто-то пошел на урок, допустим, по борьбе. Да, сегодня занятие спортом... Что нравится ему, допустим. Стало таким всеобщим. И разделение, которое раньше было, это мужские виды спорта, это женские виды, оно все стерлось. Ну, да, сегодня и девочки занимаются боксом, и борьбой, и тэквондо, и что хотите... Поэтому я думаю, что вы правильно сказали, что в школах необходимо ввести самые различные предметы видов спорта. Да. А каждая школа, исходя из своих интересов, может выбрать. Эта школа занимается борьбой, эта школа там, футболом и так далее. Волейболом. Да. И это будет, наверное, очень интересно нашим детям. И мы сможем их еще больше оторвать от улицы. Да. И привлечь к более полезным занятиям. Чуть-чуть оторвать можно и от компьютера. Вы сами да, знаете, это сегодня да, тоже большая сидят проблема. Сидят там за этим компьютером. Даже у меня иногда внуки, я их увлекаются, поэтому их быстро я говорю, давайте... Да, вот эта проблема компьютеров сегодня очень-очень серьезная. Дело в том, что наши дети, с одной стороны, очень хорошо, что изучают компьютер, умеют на нем работать, но, с другой стороны, через... Чур сильное увлечение компьютером отрывает их от реальной жизни. Да. Они думают, что жизнь – это вот этот компьютер, в котором играют. Да, да, и да. Все. Поэтому в связи с этим, наверное, вот действия школы должны быть более активными в распространении спортивных мероприятий. Да, я вам хочу сказать, очень большую еще роль играет глава республики. Вот как Сергей Валерьевич Аксенов, он очень любит спорт. Я вспоминаю себя, я вот был вице-президентом, он был президентом спортивной борьбы нашей в Крыму. Очень много помогал спортсменам, все делал для того, чтобы ребята ездили на соревнования. Тогда было трудно и при Украине. Денег бывало нету, все время искали... Кто бы мог помочь куда-то поехать на соревнования? А если ребята на соревнованиях не ездят, им неинтересно заниматься, понимаете? Ну, конечно, да. Они поехали в Москву, они поехали туда, они поехали сюда. У них уже и мировоззрение другое, понимаете? И у них уже понятие о жизни интереснее, понимаете? И он уже понимает, что такое жизнь, что такое соревнования, что такое... Какой труд, он, какой достижение. Он увидел в других городах, как люди живут там и так далее. Mm-hmm. Поэтому он развивается, этот мальчик. А если мальчик развивается, у него появляется интеллект, он уже, у него понятие уже, там, сигареты, водка, он уже близко не подойдет. Я всегда говорю всем, отдавайте детей в спорт, отдайте в спорт. И у него будет и дисциплина, и он научится и разговаривать. Он, во-первых, будет скромнее себя вести, понимаете? Когда человек занимается этим, он и скромнее. Он уже слабых никогда не обидит, понимаете? Поэтому я всем всегда говорю, кого не встречу,
так, ты своего сына отдал в спорт. А куда можно? Вот туда-то, туда-то. Я таких, наверное, сотни уже записал. Наверное, не просто этот вид спорта и называется греко-римское. Да. То есть оно имеет такие древнейшие корни, да, что вытекает из Древней Греции, где уже понимали о важности спортивных занятий. Да. Проблем не будет. Я поэтому говорю, отдавайте детей в спорт. Угу. Вот до 20 лет надо удержать его в спорте. Во-первых, ему будет легко и в армии. Знаете, там в армии суровые, жесткие такие, да, трудности. Поэтому ему легче будет все переносить, потому что он, у него будет характер уже, у него сила воли будет уже. Поэтому... Понятно. Фердо Ханом, вот мы с вами вспомнили о том, что одним из видов хоккея, который привезли крымские татары при возвращении в Крым, является хоккей на траве. Все девочки, которые с вами играли, они сегодня в основном в Крыму? Они в Крыму. Скажите, вот сегодня в Крыму мы видим, после того, как вы перестали играть, упадок этого вида спорта. Сегодня я не слышу, чтобы где-то какие-то команды были, где-то какие-то соревнования были. Я думаю, вот те девочки, это же золотой фонд сегодняшней крымской действительности. Это... девочки, которые прошли большую школу хоккея. Наверное, было бы правильно привлечь их как специалистов в тех местах, где они живут, помочь организовать различные группы, секты, в которых они начнут восстанавливать этот вид спорта, чтобы Крым уже достойно выступал на уровне чемпионата России. Как вы думаете, возможно это сегодня сделать? Те девочки, которые еще есть, они могут взять на себя это? Или это уже ушло немножечко? Или поздновато? Почему можно? Почему нельзя? Но у нас вот такой... вспомните, кто у нас сегодня в Крыму есть из тех хоккеистов, которые играли? Земфира Умерова. Эльвина. Джемилова. Эльвира. Если вот так вот, это да, есть много. Они все здесь. Они, да, все здесь. Но у нас такой вид спорта, это надо... Он затратный. Затратный, да. Да, он требует, да, это вложений. Клюшки у нас. Дорогие клюшки, дорогие, мячи. Да. Условия, да, нужно условия создавать. Ну, поле вот это вот искусственное. Я думаю, что спорткомитет Крыма обратит должное внимание на этот вид спорта и сделает, и вложит все свои усилия для того, чтобы восстановить ту былую славу женского хоккея, который у нас существовал, и в дальнейшем позволит восстановить и дальше двигаться этому виду и не затеряться. Было бы очень, наверное, неправильно, если мы потеряем наши кадры, а вместе с ним и этот вид спорта для Крыма. Я вам хочу сказать, есть у нас в училище Олимпийского резерва, у нас там тренируются девочки, хоккей на траве, и довольно успешно. Есть группы, да? Да, выступают. Да, училище Олимпийское. Там и учатся, там и питаются, там и живут. Так что в этом плане там... и потом, если, допустим, они заканчивают школу, они заканчивают первый, второй, третий курс, вот это училище, они могут работать тренерами уже, работать это в школах, преподавателями по физкультуре. Так что хоккей на траве... Я необходимо, думаю, наверное, просто перед хоккей на траве активнее подключиться, да, к этому. Пожалуйста, дети вообще могут, да, способные, да, дети могут в училище Олимпийского резерва, конечно, поступать туда. Да, вот я думаю, было бы неплохо, если вы со своей стороны проявили бы активность и немножечко, как один из самых таких значимых лидеров этого вида хоккея. Постараемся. Там, по-моему, чтобы... Рустем, да? А? Там Рустем? Нет, там Мимет Асанч. Да, Мимет Асанч. Да, Мимет Асанч. Да, Мимет Асанч. Работает, да, в этом? Тренер. Да, они, да? Ну, так они выезжают. Я недавно видела. Ну, слишком мало, конечно. Если только одна группа, это очень мало. Нужно хотя бы в нескольких районах культивировать, где есть, да, способные тренеры. Крымские татарочки, они, да, с характером. Очень-очень было бы неплохо, да, возродить этот вид спорта. Ну и следующий вопрос, который мне бы хотелось обсудить. Самара, вот мы все прошли, ну, достаточно сложный жизненный путь. В молодости мы посвятили все многие годы спорту,
работали в этом направлении. Но из-за того, что мы знаем такие факты, вот, например, ваш тренер Рифат Аблаев, которых не выпускали за границу и не давали продолжать развивать свои таланты. С вами этот вопрос национальный имел какую-то форму влияния или не было? Вы знаете, мне так уж получалось, везло в этом плане. Я, наверное, в такой год родился, в такое время, где-то 65-й год, попал в сборную команду. И когда меня увидели, сборная команда, тренер увидел, такой был Колесов Анатолий Иванович, олимпийский чемпион. Он, когда увидел меня, ему понравился. Я молодой, где-то 17 лет я попал в сборную команду среди взрослых. И он поставил задачу председателю комитета Узбекистана, тогда был Алимов. Говорит, у вас есть хороший мальчик. Говорит, давайте сделайте ему выездное дело за границу. И он обещал, говорит, и этот мальчик может стать чемпионом мира. У вас будет чемпион мира. Разве вам плохо? И он загорелся, этот председатель Аминов, и сказал, все, мы сделаем, постараемся. В Румынию прислали телеграмму, чтобы я поехал в Румынию. Видать, там что-то не получилось. В Румынии они не отправили и документы не сделали. А прислали на Болгарию. Потом второй раз послали из Москвы телеграмму, мол, оформите Казакова в Болгарию. И они согласились, видать, ЦК партии Узбекистана подписала там. И выездное дело сделали. Я в Болгарии выиграл международный турнир. Выиграл международный турнир. И в 1966 году здесь нужно было ехать в Японию. И на мое счастье, вот видите, и в Японию. Видеть, что в Болгарии все нормально. Все, никаких эксцессов не было. И они в Японию оформили тоже документы. И мне так вот, видите, повезло, что я выехал, выехал за границу. Хотя моего тренера несколько раз отправляли телеграммы, а он был чемпионом Советского Союза, и он должен был куда-то за границу поехать. И ему выезд не дали. Угу. И так уж получилось, что мне повезло, а ему нет. Эрдоганов. На вас это отражалось? Вы все тоже в Советском Союзе жили, в Советском Союзе играли. Были вопросы, да? Были вопросы. Я не понимала, почему я не в этот... Вроде бы на сборы вызывают, в сборную этот СССР. Угу. Я приезжаю на сборы, там уже вроде бы я в составе, и когда уже выезжать... А на турниры не берут. А потом это выяснилось, уладили потом, попозже уже. Уже когда немножко было спокойно. Да, поспокойнее, когда уже уладили. Да. Да, вот такие периоды в нашей жизни, в жизни нашего народа были. Мы прошли через это. Сегодня мы гордимся нашими спортсменами, которые своими действиями, своими заслугами боролись за наше чистое, честное имя. И я думаю, что наши гости как раз заслуживают того всеобщего национального уважения. Спасибо вам за то, что вы такие были, за то, что вы прошли все это, смогли выдержать. Это ведь не каждому было дано, но мы сегодня гордимся вами. И я думаю, что образцы мужской и женской чести и гордости нужно писать именно с вот таких спортсменов, которые достигли в своей жизни таких больших результатов. И последняя тема, которую мы сегодня хотели бы обсудить, перед этим давайте выпьем еще по чашечке кофе. Оставшиеся наши, это вернемся. И, как всегда, у нас, у крымских татар, когда мы общаемся, одним из вопросов бывает, я сейчас не родан, сынзя, а на папаларын не родан. Это, наверное, какой-то вот исторический фактор, который влияет на характер человека. Ведь ландшафт определяет
у человека внутреннее состояние. И поэтому крымские татары всегда интересуются. Ферида ханум, расскажите о своих родителях. Откуда они родом, где? Мои родители родились в Судаке, в деревне маленький Тарахташ. Они оттуда. А сегодня? Они до сих пор... Вернулись в Судак, построили дом. И сегодня живы и здоровы. Да, Алла, 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 недавно папе исполнилось 80 лет. Он у меня спортивный. И каждый раз, когда у меня были соревнования в Андижане, он после работы обязательно на своем мотоцикле садился и приезжал... Вот на это. На игры. На игры. Обязательно. У меня и болельщики уже, наши болельщики все знали, что это мой папа. Машала, машала, саволсен. Алла салах версен, и долгие лет жизни еще. Самага, а у вас как связано это все? Моя Анашка, это Анашка родилась в Бахчисарае. Отец в Гурзуфе. Дедушка, отец мамы. Дедушка, он был садовод, у него был сад огромный, и за счет фруктов жил, и у него была бакалея, где продавал там все, там и кофе, и сахар. Ну, и что интересно, у него даже фамилия Бакал Вели. Бакал Вели. И так ему фамилию сделали, Бакал Вели. Лагапол Фал. Да, Лагап. А Анашка и этот, я сказал, из Бахчисарая, отец Курзуфи, отец работал водителем в пионерском лагере «Артек», возил детей на автобусе. Угу. Так что вот так. Связь с детьми у него. Был я там у отца на родине, видел его маленький домик. У него где-то отец жил в такой маленьком домике, 10 детей у них было. Братья, сестры, короче говоря, очень большая семья. И был в этом же доме, я смотрел, где они жили, думаю, надо же, такая маленькая сакля, сколько детей нарожали хороших людей. Машалла, машалла. Как мы видим, крымская земля вся полна талантами. То есть нет определенного района, чтобы сказать, мы вот здесь, а вот. То есть с каждого угла Крыма у нас появляются таланты во всех сферах, и мы надеемся, что они еще дальше будут прославлять как Крым, так и наш народ. Сайгыл телесеерчилер, сөхбетимиз соңына жетті. Бүгін халқымыздың ең көрімді ұлан-қызларының бірлерінен сөхбеттестік. Олардың пікірлеріне көре, олардың жол бақышына, өмірлеріне бақып, біз әпіміз аңнамақ керек. Спорт бұл халқымыздың ішінде бүйік бір ер алмақ керек. Бүгін алый, лекін әпіміз көйде олсын, шерде олсын, балларымызы спорт рухына кердірмек керек. Ондан берәбір халқымыздың кележегі бағылы, халқымыздың арзуларыны етмейі чәресі олажақ. Сөхбетіміз бітті. Салқына қалыңыз. Көріп күнше. Салқына қалыңыз.